Возлюбленный о Господе, дорогие моему сердцу прихожане Церкви Рождества Христова, скучаю по вам всем. Очень не хватает ваших разговоров, веселый шум детей. Вспоминаю наши с вами чаепития после службы, как мы беседовали с вами. А помните, как мы однажды заговлялись перед Великим постом и как весело было за нашим столом? Но это все в прошлом. А сегодня мы с вами вместе празднуем светлый праздник Рождества Христова. Как же долго человечество ждало этого прихода. Мы с вами помним из Святого Писания, что человечество уже почти все погрузилось в пучину греха. И вот, наконец-то, на небе загорается Вифлеемская звезда. Вифлеемская звезда, как маяк в кромешной мгле. Это спасительный луч ведет нас к младенцу Христу. К Христу, который пришел в мир для нашего спасения. Являясь царем царей, он рождается в хлеву, в месте, которое предназначено для домашних животных. Ему не нашлось места в мире. Его место в наших сердцах, в наших поступках, в нашем всецелом уповании на Его святую волю. И вот сегодня, в этот светлый праздник, я от всего сердца желаю вам всем, чтобы младенец Христос родился и в ваших сердцах, чтобы и вы увидели и почувствовали свет Вифлеемской звезды, звезды, которая несет надежду, утешение и спасение в Господе нашем Иисусе Христе. Всех вас поздравляю с большим и светлым праздником. Желаю вам, чтобы эта Вифлеемская звезда и в ваших сердцах вы увидели свет надежды. Свет рождающегося Христа. Крепко обнимаю, целую и даю свое благословение. Спасибо, Господи.